Wow. Всем привет! Я Маша. Я Антон. И ты смотришь Бум! Flipside – американская группа, играющая в своеобразном стиле, совмещающем рэп, ритм-блюз и рок-направления. Изначально коллектив состоял из трех, а в 2008-м ряды участников пополнила вокалистка. Стиль Flipside заметно отличается энергетичностью песен и обаятельными мотивами. Их музыка нетрадиционная, но гармоничное сочетание стилей. Дебютный альбом With The People был высоко оценен критиками, среди которых американская газета The Washington Post, провозгласив его лучшим хип-хоп-альбомом в 2006 году. Первый сингл был выбран национальной вещательной компанией NBC в качестве музыкальной темы к зимним Олимпийским играм 2006 года в Турине. В 2008 году, вследствие за приходом вокалистки Шантель Пейдж в группу, Flipside еще раз предоставилась возможность написать музыку для Олимпийских игр, теперь уже летних, проходивших в 2008 году в Пекине. Продюсером альбома, выпуск которого запланирован на март 2009 года, стал Akon и его лейбл. What it is, can't do it for yourself, then do it for the kids, because all that we need is our goals and our dreams. We can make it if we just believe, just believe. Enigma – немецкая музыкальная группа, созданная Мишелем Криту в 90-м году. Мишель является композитором и продюсером. Группа существует только как студийная, ее участники не выступают с концертами. Криту задумал проект как нечто таинственное, когда никто не должен знать исполнителей, а можно было лишь слушать музыку. Журналисты упоминали имена многих исполнителей. В 93-м году Криту получил предложение от продюсера фильма «Щепка» на создание полного саундтрека, но Мишель не принял предложение. 27 ноября 2009 года в честь 20-летия проекта был издан сборник The Platinum Collection на трех CD. Вокалисты, звучание композиции, обложка сингла, лучший видеоклип выбирались голосованием слушателей по интернету. Ведущую вокальную партию исполнила латвийская певица Фокс Лима. В 2015 году на странице Enigma в Фейсбуке Криту анонсировал, что он начал работу по записи 8-го студийного альбома. Выпуск следующего альбома планируется на осень 2016 года. «Подмена» – американский триллер режиссера Клинта Иствуда.
Действие фильма происходит в конце 1920-х годов в Лос-Анджелесе и основано на подлинной истории женщины, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не является ее сыном. Сценарий был написан Джорджем Майклом Стражински, который потратил целый год, изучая дело по документам городского архива. Сценарий был подготовлен Imagine Entertainment и Malpasu Production для Universal Pictures. Первоначально в качестве режиссера был намечен Рон Ховард, но из-за трудностей со временем и всеобщего стремления к ускорению проекта его заменили на Клинта Иствуда. В главной роли Анджелина Джоли. Также в фильме участвуют такие актеры, как Джеффри Донован, Джон Малкович и другие. Wow. В жизни каждого человека есть такие события, которые помнишь всегда, которые даже если захочешь забыть, не сможешь. В повести «Ночь после выпуска» ребята упустили возможность оставить хорошее впечатление от этого торжественного дня. Вот перед нами предстает выпускной класс. Но автор этой повести, Владимир Тендряков, уделил внимание отдельной компании из 6 человек. Надо отметить, что выпускные 70-х годов отличались от современных, поэтому речь пойдет не о самом торжестве, а о ночи после него. И вот решили взрослые дети поиграть в правдолюбов. Собрались на берегу реки и договорились высказать каждому в лицо то, что о нем думают. Ведь за 10 лет совместного обучения у каждого накопились мелкие взаимные обиды. Грустная получилась повесть, но жизненная. Ведь у каждого, как известно, своя правда. Так что и конец книги оказывается не столь уж трагичен, как можно было бы предположить. Ведь нет идеальных людей. У каждого есть отрицательные и положительные черты характера. Хорошо, что ребята успевают это понять на пороге во взрослую жизнь. Wow. Вам когда-нибудь хотелось узнать, что за звезда так ярко сверкает в небе? С приложением StarWalk все, что вам нужно сделать, это поднять телефон к небу, и тысячи звезд, спутников и комет будут в вашем распоряжении. StarWalk показывает именно тот участок неба, на который вы направили телефон. Движение небесных тел рассчитано точно для вашего местоположения и момента времени. Если вам повезло и вы оказались вдали от города, где световое загрязнение не мешает смотреть на звезды, то вы оцените ночной режим программы, который позволит вам использовать StarWalk и не испытывать при этом дискомфорта от яркого экрана устройства. Приложение StarWalk предназначено для всех, кто интересуется астрономией. Эта программа превратит ваше устройство в настоящий мобильный планетарий. Mercify – это аукцион встреч с реальными людьми, где собранные средства направляются в благотворительные фонды. Наша главная цель – изменить мир к лучшему, так говорят разработчики этого приложения. Вы можете выставить на аукцион встречу с собой или выиграть знакомство со знаменитостью, профессионалом в вашей сфере или, возможно, любовью всей жизни. Простыми словами, Mercify – это онлайн-аукцион, где единственный тип лота – встречи с людьми, а собранные деньги идут тем, кому они нужнее всего. Здесь вы можете завести друзей, найти вторую половину или даже получить профессиональный совет. А если тебе нужен суперскоростной интернет, то тебе поможет пульс безлимитный интернет. Ты не будешь знать с ним забот и проблем. Подписывайся и комментируй, мы есть во всех популярных соцсетях. И не забывай ставить лайки. Wow. Вы никогда не найдете Зену Холлоуэй за работой в офисе или студии. Она работает и творит под водой. Британский фотограф делает удивительные подводные снимки. Она фотографирует женщин и мужчин и даже детей, которые существуют в ином невероятном и захватывающем подводном мире. Все ее работы производят весьма сильное впечатление. Зена родилась в Бахрейне, но воспитывалась в Британии. В возрасте 18 лет, работая в Египте, Зена стала одним из самых молодых квалифицированных инструкторов по дайвингу Пади Скуба. В течение нескольких последующих лет Зена проработала видеооператором подводных съемок, снимая фильмы и подводные фото для туристов-клиентов и их семей на Каймановых островах. В 1995 году она вернулась в Великобританию и сосредоточилась на собственном творчестве, фотографируя детей и младенцев под водой, занимаясь подводной съемкой и расширяя свое портфолио. Как показать время или бесконечность?
Японский художник Набухиро Наканиши создает объемные таймлэпс-скульптуры, передающие абстрактное понятие времени. Набухиро делает несколько фотографий одного и того же места с небольшим промежутком времени и изменяет ракурс съемки. Получившиеся фотографии распечатываются лазерным принтером на плексигласе – твердый прозрачный пластик – и устанавливаются друг за другом. Зрителю открывается многоплановый сюжет. Время плюс картинка. Создается впечатление бесконечности момента и глубины пространства. Набухиро интересно создает ощущение движения между восприятием зрителя и своей работой. Wow. Слушай только хорошую музыку. Смотри только хорошие фильмы. И читай правильные книги. Увидимся через неделю. Всем пока! Wow.